Проект возводится на территории историко-культурного центра, прямо непосредственно в близости к мавзолеям Ходжа Ахмеда Яссауи. Центр Улу-Далайлы, здесь будет собираться вся история Казахстана, будет показываться прям от начала становления полностью казахского ханства там и спускаться до каменного века. Думаю, будет очень интересно. 5500 квадратных метров общая площадь. Одно из интересных решений – это у нас кессонное перекрытие. Ввиду больших пролетов 12 метров было принято решение использовать новый метод для нашей компании. Это кессонное перекрытие, пустотные плиты для облегчения конструкции. Сейчас проводятся монолитные работы. Поднимаем каркас ниже нуля. На следующем месяце до конца года уже планируем полностью каркас поднять и дальше переходить уже на отделочные работы и внутренние инженерные сети. Стартовал проект в апреле этого года и, ну, в принципе, как на всех объектах Туркестана, окончательная дата может меняться. Изначально, потому что был декабрь 2020 года, уже сократили до сентября 2020 года, поэтому готовимся ко всем вариантам. В Туркестане, конечно, проблема с рабочей силой, квалифицированных кадров очень мало, найти хорошую оснастку тоже, подрядчик с оснасткой тоже это проблема. Конечно, по ходу решаем, где-то помогаем, где-то привлекаем людей именно со Астаны, давних партнеров наших. Вот, очень хорошая, наверное, тенденция, то, что у нас мы поднимаем наших партнеров, и которые готовы дальше ехать за нами в Туркестан, там, в любые точки мира, думаю, тоже поедут. И, ну, показывает наш класс.